Я не знаю, что случилось с Адопми, но походу они удалят еще одно здание, ребята. Ребята, я просто в шоке. Я пересмотрел еще раз этот слив обновления. Вот это видео в Твиттере, которое Adopt.me опубликовали. И я просто был в шоке. Стоило мне чуть-чуть задуматься о том, что же там происходит. Я не могу описать словами, ребята. Но походу нас ждет еще одно удаление здания. Я не знаю, зачем они это делают, ребята. Но мы сейчас с вами рассмотрим некоторые теории по поводу этого. Посмотрим еще раз это видео и узнаем, почему я сделал такой вывод. Поэтому досмотрите обязательно это видео до конца, если вы хотите узнать правду. Ребята, смотрим еще раз на это видео, и мы видим, что это здание, новое здание, находится слишком близко к одному месту, которое не сильно пользуется популярностью, но оно очень значимо. Давайте мы сейчас с вами возьмем и пойдем туда. Мы садимся, ребята, на какой-нибудь транспорт, потому что это нужно делать очень и очень быстро. У нас очень мало времени, очень мало. И мы едем на место, где нас ждет вот это вот обновление, где будет новая локация. И вот оно, это место, ребята. Вот оно, это место. И обратите внимание, что как раз-таки здесь будет начинаться вот эта вот дорога, ребята. Именно здесь будет эта дорога. Здесь у нас будет вот это вот место, вот это новое место, вот этот новый амбар, либо что это, я не знаю, новая ферма. И посмотрите, что у нас здесь находится рядом. Здесь у нас находится продуктовый вот этот вот магазин. Если он находится так же близко, и Adopt.me берет и меняет все вот эти вот здания местами и перемещает их в другое место, неужто они удалят вот это вот здание? Неужто они удалят продуктовый магазин? Сейчас мы с вами будем в этом разбираться. Вся вот эта информация, которую я буду вам сейчас преподносить, она не является 100% достоверной. Это какие-то комментарии, теории игроков Adopt.me, либо какие-то видео. И мы сейчас с вами подумаем, почему они могут удалить это здание. Начнем с того, что почему вообще мы подумали, что они будут что-то удалять. Потому что если мы обратим внимание на то, что много зданий уже было удалено. То есть они убрали пулпати, и на его место у нас стоит горячий источник. Они убрали домик на дереве, друзья. И также они убрали игровую площадку. Теперь игровой площадки, я имею в виду футбольное поле, которое у нас находилось где-то здесь, теперь его здесь нет. И что же нам делать? Что же нам делать, если они удалили футбольное поле и удалили дом на дереве? Возможно ли то, что они удалят продуктовый магазин? А вы спросите, почему они будут его вообще удалять? Потому что оно не очень пользуется популярностью. Вы вспомните, вот сколько раз вы заходили в этот магазин? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что касается меня, то в этот магазин я практически никогда не заходил. Я очень-очень редко в него захожу. Еду я здесь не покупаю. Единственное, когда я могу сюда зайти, так это тогда, когда мы снимаем с подписчиками какой-то ролплей. И все, какого-то практического применения от этого магазина уже нет. И я могу предположить то, что они могут его удалить только по той причине, что он в принципе уже не нужен. Также я у себя в комментариях нашел одну теорию, то что удалили камни возле этого магазина. То есть меня уверяют в комментариях то, что где-то здесь рядом были камни, которых теперь уже нет. Я не могу сейчас сравнить, потому что у меня не осталось никаких видео старых, где у меня была эта локация. Я даже не могу вспомнить. Это очень-очень долго мне придется искать, если я вообще найду. Поэтому те, кто играл в Adopt.me очень-очень давно, скажите мне, пожалуйста, были ли здесь какие-то камни, которые находились недалеко от этого магазина? Мне очень интересно, напишите в комментарии. Помимо вот этих теорий, то, что хотят удалить этот магазин, есть еще одна теория, которая говорит о том, что здесь добавят новый магазин. Вот этот старый магазинчик маленький уберут, и на его место добавят большой супермаркет с огромным количеством разной еды. То есть Джастин у нас может останется, но здесь будет просто другая локация. Напишите в комментариях, как вы думаете, добавят ли супермаркет вместо вот этого вот мини-маркета, так скажем. Но мы должны понимать еще то, что если
если вдруг удалят этот магазин навсегда, то есть если не будет никакого супермаркета, то это означает то, что вся еда, которая находится здесь, станет олдовой и редкой, и ее можно будет потом задорого продать. Что же это означает? Это означает, что в данный момент теперь есть смысл на всякий случай. Я не говорю, что это случится, но на всякий случай мне кажется, что есть смысл скупить здесь пока что все. Вдруг этот магазин реально удалят, но по крайней мере у нас будут олдовые вещи. То есть у нас есть така, ребята, така. Что это означает? Если у нас олдовые вот эти продукты будут, это что означает, что я могу поменять какой-то бутер на мега неонового какого-то питомца? Вполне, кстати, такое может быть. И, ну, это на случай, если этот магазин действительно удалят. Поэтому, я думаю, есть смысл на всякий случай закупиться едой. Я, в принципе, уже закупился, я думаю... Такое количество еды меня вполне устроит. Я, в принципе, ее никуда не трачу. Удалят ли этот магазин навсегда или нет? Но у меня есть для вас еще одна очень интересная теория, которая немножечко жуткая и немножечко нагоняет такой ужас. Значит, как-то на просторах Ютуба я наткнулся на комментарий касательно вот этого вот магазинчика, касательно магазина, который у нас вот здесь находится. Там человек говорил то, что... Adopt Me начинает что-то делать очень и очень серьезное. Они пытаются нам намекнуть, либо еще что-то сделать. Вы спросите, на что могут они намекать? В комментарии этом было написано, то что Adopt Me начинает потихоньку удалять все здания. Не просто так, вообще не просто так. Они пытаются этим сказать то, что у нас, скорее всего, Adopt Me удалят вообще. Я не хочу такое слышать. Я не хочу думать о том, что Adopt Me удалят. Это моя любимая игра. Я обожаю ее. Я каждый день в нее захожу, в нее играю, ищу какие-то интересные здесь места. Нахожу интересных людей, которые просто меня радуют каждый день. И осознать то, что Adopt Me удалят, я на это никогда в жизни не соглашусь. Поэтому, ребята, как вы думаете, что это за теория? Скорее всего, это неправда, потому что Adopt Me никогда не удалят. Я буду на это надеяться. Начнут ли они удалять школу? Начнут ли они удалять госпиталь? Напишите в комментариях, ребята, что вы об этом думаете. Ребята, я просто в шоке. Вот я сейчас сижу, монтирую видео, и тут Adopt Me выпускает новость о том, то, что в среду будет премьера нового обновления. Они сказали, что это обновление вообще никак не касается какой-то тематики. Они просто изменят карту. Они так и назвали это обновление изменения карты. Интересно, что же будет? Пишите в комментариях, ребята, что же будет в среду.